всем привет. Сегодня я вам расскажу, сколько я потратил денег на автомобиль, во сколько он мне обошелся. Короче, сколько стоит этот денег. Сейчас мы где-нибудь остановимся и поговорим на эту тему. Ну, начнем сначала. Купил я автомобиль год назад, в августе месяце 2020 года. Комплектация автомобиля Люкс Престиж. Стоил он 630 на тот момент. Ездил я за ним в Тольятти. Покупал за наличный расчет. Отдал 630 тысяч рублей. После того я приехал домой и начал докупать, как говорится, допы. Ну, то, что мне было необходимо, и то, что я хотел сделать с этим автомобилем. Музыка обошлась мне. Вот магнитола Alpine 40 тысяч рублей. 2.1 магнитола цифровая. Рамка переходная 1000 рублей. ПК штат 1500 рублей я где-то потратил на него. Обшивка руля. Руль сам обшил кожей. Купил обшивку за 1500 рублей на Алиэкспресс и сам обшил. Дальше был сделан подлокотник. 1500 рублей где-то. Динамики в двери Best Balance с высокочастотниками стоили 11000 рублей. Шумоизоляцию провел дверей. Ну и там днище, некоторые моменты багажника. Тоже где-то примерно, ну сколько там на материал, туда-сюда, там на все поездки где-то возьмем где-то 1005 рублей на шумоизоляцию. Также был усилитель. Сейчас я вам покажу его. Сабвуфер, усилитель. Сабвуфер где-то в 12 тысяч обошелся Best Balance. Усилитель EOS где-то стал мне 28 тысяч рублей. Провода отдельно купил. Тоже где-то 5000 рублей. Сейчас я вам еще покажу. Вот он усилитель. Вот сабвуфер. Коврики там всякие 2500 рублей. Камера заднего вида, две передние задние. Вот это стоило у нас надпись 600 рублей. Это 1500 рублей. Спойлер. Это где-то 1000 рублей накладка. Дворники 1500 рублей. Bosch. Антихром 1800. Значок 350 рублей. Черный. Сетка в бампер где-то 700 рублей. Диски черные. На лето матовый 28 тысяч рублей. Резина, вот эта Dunlop зеленая снежинка, где-то 8 тысяч рублей я покупал бэушную на Дальнем Востоке. Итого где-то 170 тысяч рублей я потратил, вложил дополнительных денег, чтобы привести машину в соответствующий вид. Тем самым машина 630 плюс 170, у меня машина обошлась сейчас на данный момент, через год, где-то 800 тысяч рублей. Что мы имеем сейчас за 800 тысяч рублей?
где-то мы имеем только Ладу Гранту комплектации, наверное, на комфорт. Там плюс-минус. Поэтому цены выросли очень сильно за год. Машина подорожала там очень основательно, тем более сейчас машин нет в наличии. Есть, ну, есть, очень мало, потому что АвтоВАЗ простаивает, мне не хватает комплектующих. Нету как говорят, электрических. Почему только у АвтоВАЗа нет этих комплектующих, остальные, вот там Рено, Митсубиси, там что там, все это машины собираются почему-то. А вот линии АвтоВАЗа почему-то стоят. И у Весты почему-то ничего не простаивает, Веста собирается. Ну, грантовскую линию, там, я читал, они где-то ремонтируют, что-то модернизируют, готовятся к новому выпуску, новой гранты, которая будет в 22-23 году выпускаться. А сейчас очень мало, все, линия, завод опять встал очередной раз, там какие-то опять нет комплектующих, и он не работает. Очень странная ситуация. Что будет дальше происходить? Машины дилеры задрали цены очень сильно, потому что машин как бы дефицит, не хватает, цены, ну, можно допов и вообще просто так цены просто накрутить от вольного, чтобы машина стоила очень дорого. В общем, машина обошлась 800, отлично. Отличная цена, комплектация люкс престиж с дополнительной очень хорошей музыкой и все, что надо, оснастка, все, что необходимо, есть у этой машины на данный момент. Поэтому всем добра.